Друзья подвезли расчесочки с рисунками, вот с кошечками есть, с кактусами, с цветами есть. 149 рублей. Также есть вот такие с единорожками. Сердечки. Вот такой единорог. Слоны. По 149 рублей расчески. Новая маска для лица. Смотрите, от Fanny Organics. Производит Корея. Тканевая BB-маска. Идеальный тон. Уход и декор в одном средстве. Современный активный ритм будней требует универсальных продуктов, умные формулы которых учитывают все нюансы одновременно. Оттеночный флюид BB-маски адаптируется под любой тон. Нежная, комфортная текстура буквально сливается с кожей, маскируя мелкие несовершенства. 55 рублей стоит. Рисунок такой интересный. Значит, вот это идеальный тон. И есть еще вот такие синие. Трансформинг. Трансформация. Преображающая тканевая маска для лица. Производит Корея. Друзья, и вот такой третий вариант. Oxygen Bubble. С пузырьками. С пузырьками кислорода. Маски по 55 рублей. 55 рублей маска. С черникой. Тоже производит Корея. 3D-маска с экстрактом черники. 55 рублей. Патч для глаз. 79 рублей от отеков и темных кругов для зоны вокруг глаз. Гиалуроновая кислота, экстракт розы в составе. Укрепляет, тонизирует, разглаживает морщинки. 10 штук, 5 пар, 79 рублей. Появился кондиционер детский, ушастый нянь. Подойдет с первых дней жизни. Придает нежный аромат, облегчает глажение. Литр 200, 199 рублей. И есть кондиционер в дойпаке. Тут литр, придает нежный аромат, эффект антистатика, не вызывает аллергии. С алоэ вера, 150 рублей. В дойпаке литр. Вот такой, 199. Миф аквапудра, килограмм, 150 рублей. Свежий цвет. И новый гель для стирки, универсальный. Вот такая вот бутылка, тут 2 литра производит Россия. Высокоэффективный, для всех типов тканей, полностью выполаскивается, машинная ручная стирка без фосфатов, 200 рублей. Липкая лента от мух, 4 штуки, 55. А жидкость от комаров, тайга, защита для всей семьи, 50 ночей хватит. Срок действия через 10 минут, полное уничтожение через 30 минут. Запаха никакого нет, 55 рублей. Также есть пластины. 4 по 10 штук, 55 рублей. И электрофумигатор, 55 рублей. Спирали от комаров, 20 спиралей и подставка, 79 рублей. Кондиционер ушастый нянь. Тут 2 литра. 2 литра такой же, как вот этот вот. Но 2 литра 250 рублей стоит. Привезли сюда корзинки гибкие на 249. Тазы есть большие в продаже, овальные, ведра с вращающимися крышками. Вафли ням-нямка, вот такие маленькие упаковочки появились со вкусом шоколада, тут 150 грамм, 27,50. Есть большие, 330 за 55, со вкусом сливок. И большие шоколадные, 55. Увелка. Гречневая крупа. Тут 4 пакетика по 80 грамм. 59 рублей. И есть рис. 5 пакетиков по 80. 59 рублей. Дальше я снимаю на Калантай 24. Здесь тоже появились новые патчи. Синенькая коробочка. Увлажняющие. В составе гиалуроновая кислота и экстракт улитки. 10 штучек. 5 пар. 79 рублей стоит. Наконец-то к нам стали привозить вот эти новые органайзеры. Вот этот мне очень понравился и для косметики, и для канцелярии отлично подойдет. Большой размер. Смотрите, тут и бумажки для записок, и ручки, карандаши можно поставить. Рядом вот такой совсем маленький органайзер для туалетной воды, для лаков. Совсем маленький. Маленький 99, большой 199. Новые расчески массажные. Такие черные с розовым контуром. Щетинка средней жесткости.
Вот они разноцветные здесь. Цена 149 рублей. Есть такие же овальные с обратной стороны зеркала по 149. Керамический нож Сантоку 26 сантиметров, длина лезвия 14,5. Керамические лезвия не впитывают запахи, не ржавеют, но такие ножи очень хрупкие и требуют бережного обращения. Цена 299. Есть вот такой металлический 299, нож-топорик, 149 рублей. Маленькие керамические ножи с разноцветными ручками. Длина лезвия 9 сантиметров. Вот синий, красный, желтый, зеленый. Цена пока что не указана, наверное, рублей 99 будут стоить. Корзинки Лофт прямоугольные, вот такие вытянутые, серые и белые. Объем 3 литра, размер 297 на 130, высота 96 мм. Подходят для пищевых продуктов. Туалетное крем-мыло Экосенс, весна, бережный уход. Активирует защитные функции кожи с ароматом папоротника и лесного ореха, 39,50. Ежедневные прокладки 20 штук, производит Корея, 149. Большой порошок. Такой вот в пакете 2,5 килограмма, 2400. Это ушастый нянь с первых дней жизни. 350 рублей, 2400. Тоже новинка. Нежный ароматный гель для мытья посуды с алоэ верой и зеленым чаем. Растворяет жир и грязь. И есть вот такой розовенький японский абрикос. Тут литр, производит Россия. Сейчас со скидкой по карте 127 рублей. Такие огромные рулоны с бумажными полотенцами привезли. Двуслойные, 610 отрывов. И удобно, чтобы половинки можно отрывать. Вот они огромные стоят. Цены пока что нету. Вот обычные полотенца. А вот смотрите, какие бобины огромные. Фетровая аппликация, набор для творчества. Создай дизайн рукавички без ножниц и клея. От 3 лет. Вот такая рукавичка. Есть инструкция, все детали, которые необходимы. И все есть. И смотрите, какую коллекцию можно собрать. Ежик тут, зайчик, панда, слон. Разные. Цены пока что не было, друзья. Если найду, вам подпишу. Только их вывесили. Вышивание по дереву увлекает, развивает, обучает. Вот здесь вот совенок. Все, что нужно, есть в упаковке. Основа, нитки, иголка деревянная. И вот такая коллекция. Бабочка, ежик тут, собачка, котики. Разные. Стоит 149 рублей. Мерные стаканчики с ложками в комплекте. Смотрите, тут объемы до 500 мл объем. Стаканы есть. Значит, отверстия вот с дырочками есть. Есть одно большое отверстие. Так, мерный стакан с 5 мерными ложками. Полипропилен. Есть оранжевые, голубые, сиреневые, зелененькие. Цены нету, друзья, подпишу вам. Привезли новые женские кошелечки большого размера. Есть ремешок на руку и вот такая кисточка декоративная. Внутри много отделений. Есть и под молнии, для карточек, для купюр. Размер 9,5 на 19, глубина 2,5. Цвет есть голубой, бежевый, пыльная роза. Цены не было, наверное, 250 или 300. Еще новые сумочки кроссбоди появились. Средний материал по толщине, то есть такая шуршащая сумка. Глубина 8, размер 15 на 28,5. Ручка регулируется от 25 до 56 сантиметров. Разные расцветки, цена 300 рублей. Много новинок в продуктах. Вот такой соус острый, чили появился. Большие бутылочки по 500 грамм. Стоит такой соус 59 рублей. Рика, это томатный кетчуп, 39,50. Баночки с помидорками, томаты в собственном соку. Масса нетто 680, продукта 340 грамм. Цена за баночку 99 рублей. Ниже полные полки. Это бабулины рецепты. Баклажаны из печи. Без красителей, без ГМО. 100% натуральные. 520 грамм. Стоит 79 рублей. Рядом икра из кабачков. 520 грамм. 59 рублей. Фасоль печеная по-домашнему. 530 грамм.
стоит также 59 рублей. И мне выкладывали плов с мясом по-узбекски. Интересная новинка. Набор грузил для рыбалки. 75 грамм. Всего тут 100 штучек. Разного они размера. Коробка с удобным перемещающимся окошком. Цены нет, друзья. Буду искать, подпишу вам. Также есть крючки. Тоже разные номера. 100 штук тут. А вот такие блесна есть 6 штук. Так, смотрите, крючки 79, блесна 200. На этом сегодня пока что все. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем всего отличного. И пока-пока, до завтра.